Вот сейчас надо кормить кабанов. Вот. Ну вот на одно такое хозяйство требуется примерно около 40 тонн, чтобы дотянуть вот это поголовье до весны. До таких устойчивых условий, когда, ну, мы можем быть спокойны, что все, ничего не произойдет с поголовьем кабана, он выживет. 40 тонн, ну вот считайте, ну грубо по 10 рублей, да? Вот это уже достаточно серьезная сумма, плюс транспортные расходы. Вот, плюс обязательная охрана, потому что как только ты начинаешь кормить, животные прикармливаются, естественно, появляются шакалы, вот, двуногие, которые хотят воспользоваться чужим трудом. Вот, поэтому все это, в общем-то, становится достаточно неподъемным для хозяйства. Ну, очень грубо, да, это, ну, практически 500 000 рублей надо вот хозяйству для того, чтобы, ну, пережить зиму, да. Вот, ну, естественно, таких денег у хозяйства нету. Вот, поэтому некоторым хозяйствам мы помогаем. Вот здесь мы купили зерно, сейчас мы им помогли купить контейнер для того, чтобы это зерно хранить. Вот, ну и видим, что называется, на лицо, что здесь происходит. То есть кабан везде, вот просто вот все истоптано, вся долина. Вот здесь обеспечена хорошая охрана, просто хорошая охрана. Тигры здесь живут, в общем-то, в безопасности.